А скажите, пожалуйста, топ-3 спортсменов действующих, можете даже упомянуть ваших спортсменов из вашей команды, на ваш взгляд. А мировых или просто отсюда с команды? Российских. А, российских. С нашей командой или в общем? Вы можете упомянуть и вашу команду, и вообще, на ваш взгляд, какие 3 спортсмена в Российской Федерации самые сильные, на ваш взгляд, по ММА? Ну, это такой тяжелый вопрос, я не хочу кого-то забыть. Ну, давайте весовые категории, я думаю, можно рассмотреть. Там 61 это Петр Ян, в 66 это Забит. Ну, еще Зуба еще в топ не вошел, так что будем ждать, пока он в топ войдет. Ну, перспективы большие. 70 килограмм это Ислам Махачев. Один из претендентов уже на пояс UFC. Я бы назвал бы Анкалаева, у него большие шансы стать чемпионом в 93. Сейчас смотрите, кого-то забудешь, все будут писать, почему ты его не назвал. 57 уже есть Аскар, вот чуть не забыл. У UFC есть действующий спортсмен, точнее действующий чемпион, это Марена, Брендан Марена, а Аскар с ним ничего подрался. Так что Аскар очень близко к титулу. В 77, я думаю, что у Чимаева хорошие шансы. Тоже хорошо идет, я думаю, что у него хорошие шансы. Но в тяжах не вижу никого. В тяжах вообще никого не вижу. 84. Кто там из 84? Я не знаю, 84 тоже таких нету. Ну, здесь в России, да, это будет Мага Исмаилова, я думаю.